Новогодний гость. 14 часов и 11 минут в столице Приволжья. Доброго дня всем тем, кто настроен на волну главного городского радио. У микрофона Антон Нечаев, и мы продолжаем встречать гостей в нашем предновогоднем марафоне. Банановое настроение у нас разлетается и туда, и сюда. Напомню, что нас можно слушать еще и по области. Сокольск, Шахуни, Сергач, Ковернино. Очень устойчивый прием сигнала. Включайтесь, подключайтесь, общаемся при помощи смс-портала и вайбер 8-9-200-150-600. По цене, ну, практически ничего не стоит это. А у нас в гостях директор Музея занимательных наук Кварки Евгения Жигалова. Евгения, здрасте. Очень добрый день. Очень добрый день. Вы слышите по голосу Евгения, что сейчас в музее Кварки проходят не только их традиционные какие-то показы, да, это и крио-шоу, это и различного рода другие научные, технические, химические шоу, но еще и новогодние елки. Совершенно верно. Именно сейчас у нас каждый день проходят по 3 новогодних елки. Вы без микрофона, что ли, работаете? Именно я работаю без микрофона, потому что я директор-администратор. Я не веду елки, я не Снегурочка. Но вы я Баба-Яга. Ну, да, абсолютно. Музей Кварки. Как 2015 год прошел для музея Кварки? 2015 год прошел отлично для музея Кварки. К нам пришло более 100 тысяч людей вообще. Причем к нам приезжали даже взрослые люди с экскурсией из Тюмени, например. То есть для нас немножко даже неожиданно. Иваново открыло музей Кварки для нас. Наверное, для себя. Для, ну, нас-то, для нас открылось, да, Иванов, что они вообще к нам приезжают. Это очень здорово. Друзья, приезжайте, мы вас ждем. 100 тысяч человек. И готовим. Да, правда, это так. В прошлом году было 80, в этом году более 100, 103, по-моему, тысяч человек мы посчитали. Как в театр драмы. Я просто помню итоги за 2014 год. В театр драмы было 100 тысяч человек. Ну, у нас ничего драматического, зато я. Ну, у вас куча всего интересного. Слушайте, у нас 1500 метров квадратных, наполненных 120 экспонатами, которые можно трогать, щупать, испытывать на себе. У нас даже есть кран, который кран сделан, да, есть сертифицированным архитектором, настоящим человеком-конструктором. У нас есть свой конструктор. У нас есть конструкторское бюро, представляете? Слушайте, ну это нормально, у вас там 150 тысяч квадратных метров, так. 150 тысяч. Мы к этому стремимся прямо, ну, да, на самом, да, деле. Это такая оговорка просто на 2016 год, такое пожелание. А слушатели спрашивают, кого-кого музей? Занимательных наук. Музей занимательных наук Кварки. Где вы находитесь? Мы находимся в главном ярмарочном доме, Совнаркомовская, 13. Мимо не проедете. Всяко. Что из самого необычного в 2015, вот в этом году, который уходит, да, было введено в строй в вашем музее? Прямо необычного при необычном. Ну, у вас все необычное. Ну, что было введено? Да. Ну, мы ввели, во-первых, мы придумали и ввели 3 новых шоу. Мы придумали и ввели несколько мастер-классов, новые экскурсии. На самом деле мы все время работаем в этом направлении. Опять же, мы открыли выездное направление, и наши артисты, и наши ведущие, наши суперские вообще, на самом деле, экскурсоводы выезжают и показывают те же самые научные шоу, только немножко... Немножко в другом формате, да, на выезде. Ну да, там все по-другому. Конечно, когда у тебя все под рукой. То есть Кварки может приехать к вам? Кварки может приехать к вам. Ну, давайте примерно. Вот видите, слушатели уточняют вообще, какие Кварки. И давайте уточним, соответственно, тогда, что какие за шоу. Какие такие? Да, что за шоу у вас там происходит. Ну, прям буквально вот по пальцам прям такой опросник быстрый. Прям. Шоу, которое показывает опыты с атмосферным давлением. Так. Шоу с азотом. Так. Это большие мощные взрывы. Говорят, люди на ярмарке, у нас же там еще есть торговый центр, чуть подальше, вот присаживаются. Просто МЧС приезжает к ним, а опыты идут у вас. Да, когда мы взрываем и показываем реактивную бочку или что-нибудь в этом роде. У нас есть шоу электрических экспериментов. Так. У нас... Тесла? Что же, боже, у нас есть? Тесла, это как раз и есть электрические эксперименты. Тесла. Вот... Все-таки вот вам надо к нам в музей. Все-таки нам, да, всем, да, нам, да, с вами, ребята, надо в музей. Опять же, у нас елки, на самом деле, супер нового формата. Ну-ка. Когда никакие детки и взрослые вместе с ними не сидят, сложив ручки на коленочки. Вот, они бесятся, веселятся, потому что зайчики, у нас... снежинки? Вы знаете, нет, и зайчиков не ваш у нас нет. У нас есть зато квест светодиодный. Квест? Да. А дети ищут светодиоды в наших экспонатах. То есть они прям в них лезут и ищут. И ищут. Светодиоды. Находят и... Находят, и потом участвуют детям в представлении. До 3 лет. А у нас елки от 7. От тут 7 все лет. Очень просто, все, да. Без у вариантов. Нас же, конечно. А слушатели расшифровывают и говорят, что у вас институт ну и ну, как в чародеях. А волшебной палочки у вас нет?
Слушайте, мы над этим работаем. Сейчас вообще они так вам и отдали волшебную палочку. Ага. Как найдете, сразу мне звоните. 8-9-200-150-600. Ваши вопросы принимаются. Че почем билет? Спрашивает слушатель. Будние дни 250 рублей, 350 выходные, на елку 800 рублей для детей. Со скольки до скольки? Со скольки до скольки мы работаем? Угу. По будним дням, кроме пятницы, мы работаем до 7 вечера с 10 утра. И пятница, суббота, воскресенье, а также праздничные выходные дни до 8 вечера. До 8 вечера. Какие планы на 2016? Будем искать палочку? Мы будем развиваться. Мы будем развиваться. Логично. Мы сейчас работаем над очень большим количеством новых экспонатов. Угу. Чтобы люди пришли, и так как они у нас все крутят, и ну, чтобы им было что поломать еще. Угу. Понимаете, я ведь не зря начала про кран-то, да? У нас каждые каникулы рвется металлический лифтовый трос, который в этом кране подъемном. Вы представляете, это всего лишь дети. Угу. Казалось бы, вот они играют. Вот такая нагрузка у нас. Угу. То есть, слушайте, а виртуальная реальность будет? Вы знаете, это немножко не наш... Это вообще не научно. Ну вот я так на всякий случай просто. Виртуальная реальность — это круто, но не научно. У нас уже был пробный эксперимент. Мы вводили такой аттракцион. Угу. Вот он не пошел, потому что люди приходят немножко за другим. У меня тоже не пошел. Я один раз одел виртуальные очки и снял их секунд, наверное, через 18. Сказал: парни, спасибо, не надо. Голова кружится? Очень. Почему? Ну, не знаю, боюсь, наверное, высоты. Так вам надо к нам в наклонную опять, комнату. У нас есть экспонат, да, который создает диссонанс вообще восприятия и реальность. Очень классно. Там наклонный пол, и когда вы входите, глаза не хотят... Адаптируются в геометрии. Нет, глазам кажется, как раз не адаптируются. Им кажется, что вы в ровной комнате. Ну, да. А вас клонит, потому что вот под таким углом. Вот. И на самом деле, ну, в общем, получите, кто хочет в космонавты, получите, тому надо тупик раз в день, как минимум, проходить в этой комнате. Получите тупик себе в голову. 8-9-200-150-600. Ваши вопросы к нашему гостю. Напомню, у нас в гостях директор Музея занимательных наук Кварки Евгений Жигалов. Жень, подарок от вас нашим слушателям. Что это? Подарок от нас. От нас подарок. Да, от вас подарок. Да, слушайте, что-то меня как-то не подготовили, что я да? в ответ. Да. Ну, сертификат же на от самом вас деле, ну, конечно. Я же предупреждал. Сертификат на елку будем выдавать или на посещение взрослое? Я думаю, что на посещение взрослое. Взрослое. Да, посещение. Потому что на елку от 7 лет. Нет, у вас младше, что ли, будет? Оставите няням детей, пойдут родители. Новогоднее настроение на елку. На елку просят. На елку будет два билета на праздничные выходные дни, даже вместе с шоу. Пожалуйста. Все, welcome. А мы кому даем-то? Просто так вот? Или кто вопрос задаст клёвый? Сейчас рассказываю. Значит, смотрите, вы сейчас делаете себяшку на фоне нашей елки или нашего логотипа. Выкладывайте ВКонтакте с хэштегом на радио Банана или МТСмарт или Кварки НН, например, да? Мы видим ваш номер телефона, вам перезваниваем из эфира. Вы становитесь участником розыгрыша крутых призов и подарков 31 декабря. Ну и плюсом, возможно, что вы выиграете сертификат на поход в музей Кварки на новогоднюю елку. А я тоже для хочу двоих участвовать. Обожаю. Так вот, я вам сейчас расскажу, что нужно сделать. То есть не можно. Да. Евгений, ну и поздравления с наступающим Новым годом. Всех тех, кто настроен на НН-радио, поехали. А вы знаете, какого цвета Новый год? Вы слышали наш, кстати, рекламный ролик? Так вот, друзья, чтобы узнать, какого цвета Новый год и насладиться счастьем, счастьем от Нового года, Новый год должен быть веселым, он обезьяний. Соответственно, делаем гримасы. Чё-то вот как-то не идет у меня поздравление. Будьте счастливы, друзья, музей Кварки. Вот, вот так экспромтом все происходит здесь в прямом эфире на НН-радио. Онлайн-видеотрансляция на nradio.info. Заходите, разглядывайте. В гостях была директор музея занимательных наук Кварки. Конечно, да. Их еще раз, два, три. Вон туда можно помахать. Хай, мам. Вот. Евгений Жигалов была в гостях. Спасибо вам, с наступающим. Новых штук интересных, нестандартных, ярких, крутых, клевых. Приглашайте. Спасибо вам. Спасибо. Счастливый большое. Ребят. Директор музея занимательных наук Кварки. Мы продолжим, друзья. Сертификат достанет тому, ну, кто хотя бы купит себе лотерейный билет, а в нашем случае это фотография себяшки ВКонтакте с хэштегом на радио Банана и МТС Смарт.